Ну нахер. Отец. Ну ты видишь? Здорово, здоровчика всем, ребят. И сегодня у нас с нами еженедельный обзор, на котором первый бой это ФВ-215Б-183, она же бабка, бабуся, бабаха. Ну, короче, все вот эти ее позывные. Так, карта Мидлбург. И чё, блин, превосходство терпеть ненавижу. Ну, пока наш боец едет к точке А. А я вас поблагодарю за лайки, подписки, комментарии и за то, что присылаете свои вот такие вот бои. И не только такие. И хэвик нарывается на хорошо. Ой, еще и со взводной на моем любимом танке 50Б, еще и с таким камуфляжем. Ой, завидую белой завистью. Это прям капец. Ну ничего, может кто-нибудь когда-нибудь да подарит его. Камуфляжик-то. Так, ну что? Что здесь, один хэвик? Интересно, интересно. Ну пока бойцы рванули все. Сейчас надо хотя бы точечки позахватывать. Потому что, скорее всего, на другом фланге. Хотя там трое наших. И двое пока не наших. Ага, и тут есть. Ууу, фошек. А ну давай, 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 давай. Есть. Ууу, сгорел французик вообще по полной программе. 200 урона уже. Так как не сказать, что это танк для фана? Ну как это, просто выехал, жахнул, вообще красота. Куда нерфить? Что здесь нерфить? Чтоб 40 секунд была перезарядка. Косарь 100 в Минотаврыча. Есть. Так, а куда со взводной? Не со взводной, стой. Со взводной не надо, не торопись, пожалуйста. Димон! А, нет, там Алекс. Алекс! Не надо, не надо, не лезь, рано. Пусть спустится. Кысь, Е50. Кто там? На Е50. Е50. БК, ай, как хорошо, вот это Е50. Вот это он, наверное, подгорело у него, когда он такой вылез, думаю, ща я тут накидаю. А, накидаешь ты пятками домой, блин, на отдых, в ангар, куда угодно, магазин, но только не в этом бою. Давай, бах, ой, хорошо, 5600 урона. 5600. Ну чё. Блин, отлично. Кстати, очень-очень хорошо, что две точки все-таки захватили. Потому что... Не, ну пока счет хорошо. 4-3 в нашу пользу, 5-600 урона. Все идет пока... Ай, со взводного сейчас разберут. Поторопись-ку сделал 50Б. Вот поторопись-ку и хоть ты тресни, блин. Ну, все. Нету со взводного. Был и нет со взводного. Давай, Т-30. Еще. Покажи свою большую башку. На! Как же хорошо все залетает. О, Е5. Ёп, нет, только не Е5, не Е5. Блин, этот задолбает своими скорострел, блин, хренов. Зараза такая. Давай, 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 ты еще отверни чуть-чуть. Есть. Есть. 7400. 5-5. Не могу на это смотреть, не хочу. Нет, будет. Е4 фугасина еще не попал. Это капец, все, не даст перезарядиться, не даст, не даст. Ай, хорошо, база захватывается. Не, не успеет, не успеет, не успеет, не успеет. Зараза такая, это где пятый. Давайте. Есть, красавчики, хоть базу захватили, блин. Хоть базу захватили, это уже хорошо, что победа. 7400 урона, не просто так, чтобы накидал, чтобы не поражение было. Ай, вообще хорошо. Я не знаю, как не любить этот танк, просто выехал, бабахаешь себе по полной программе, блин. С таким-то стволом выехал, да, блин. Пушка-колотушка. И все, и колотишь себе, блин, красотища. Что ему сказать? Бойцу вообще лайк за такой бой, красавчик. Побольше таких, что у нас там? Со взводом 9500 урона. Красотища, что еще можно сказать? Просто супер. Это первый бой. Вообще красота. Блин, зачет. Мне понравилось. Кому понравилось, обязательно поставьте лайк. Так, ну, а сейчас погонит у нас второй бой. Не отвлекаемся. Так, это у нас второй бой на Е100. А карта у нас Балтика тройка, да? Ну, то есть, Балтийский щит. Пусть будет так. Карл, когда бы поджопника, чё втыкаешь? Вот эти меточки. Блин, вот
тем игрокам, которые адекватно и понимают, что да как, и, ну, я думаю, меточки что-то да добавили, да, в принципе, реально можно подкинуть, куда мы все тупим, чим и так далее. А тем, кому было вообще, в принципе, фиолетово, который на карту не смотрит, где вообще вся команда не смотрит, им что добавляешь, что не добавляешь, хоть метки, хоть сигнализацию, да все равно. Эти как будут ехать туда, куда хочу, и я там, короче, самый первый умру, и все, и медальку получу. Короче, и мне кажется, это вообще было фиолетово, что там не добавляй, добавляй. А вот бойцам, которые шарят, и Яшкин есть, получает на 722. Ай, как хорошо. Давай, Сатен. Ну, наш уже отлетел один. Так. Давай, Соточкин, давай, давай, еще разочек. На, хорошо. Хорошо, вот это мне нравится. Правда, не нравится, что их тут трое трутся, конечно. Не, ну я сейчас про... Не пробил. Не пробил. Дай фиг с тобой. Отвалил на отдых. Так, а там на той стороне Вазик и Хевик. Вазик и Хевик. Леопардыч, давай, 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 догоняй, 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 давай, подшипника ему. Ускакал. Не-не, надо, давай, давай, фугасина, давай. О, косарь 100, ай, как хорошо. Пачечка, хорошо. Так, что у нас там? На той стороне, походу, сои... Три... Ага. Там кран, кран. И Вазик, вот это мчится. Ай, за камнем, блин. Я жду, Леопардыч до сих пор еще не помер. Я не понял, кто это, откуда фугас прилетел. Кто-то через горку, походу, перекидывает просто-напросто. Кто здесь? А-а-а, вот ты, Курочкин, блин. Вот сейчас тебе фугас будет. На. 700 раз. Еще и подожгли-то. Что такое? Что так, что происходит вообще? Я не понял. 4-4 счет. 3500 урона. Никаких, блин, проигрышей. Я не потерплю это. О, вот это же... Фугас пролетел. Походу, в ту дюрочку у гриля, вот это окошечко, походу, туда фугас пролетел. О, союзник показался. Красавчик, молодец. Принимай союзника. Давай. Есть. Бах. Угу. Счет 5-5. 4000 урона. Ух, Ивчанский едет. Хэвик. Бэх. Остановил. Вот ара нам хорошо. 175. И то это так погладил еще Хэвика. Ух ты, оно на. 735, хорошо. Хэви, ты чего думал? Нет. Нет. Не, не, Хэвик, нет. Нет. Под Джепенский давай фугас ему. На. Есть. Вот так. Ты гля какой. Соточку хотел он завалить. Ага, сейчас таки. Ай, блин, Вазоныч, ты что придумал? А ну, на. 850 ББХ. Красотища. Не, ну, Вазик, будешь ты, наверное, просто вазой. Вот туда тебя сейчас в кусты. Давай, толкай его в кусты. Ага, да. Фугасом? Да типа, лишь бы чем-то. Ну, такое себе, конечно. Вазелин, конечно, дал жару. Ну, что я могу сказать? 7000 урона, великолепный бой. Просто уверенно на соточке. Как надо играть на соточке? Просто едешь, стреляешь всех, убиваешь всех. И просто пробиваешь. Вот еще и калибровочки. Вообще супер. Так. Что у нас там сейчас? Все команды глянем. Что они наколотили? Или колотили они там вообще что-нибудь? Вообще хорошо. Отлично. Итак, а итак мы имеем СТБ 2 спало. Ух ты, ФВ-40-05 разочек, КАРО 2 разочка. Да, ГРИД 2600. Ну такое себе, конечно. Но самое главное, что бойцу обязательно лайк ставим, кому понравился бой. Кому понравился оба боя, обязательно ставим лайк. Жаль, что нельзя 2. Ну, ладно, хотя бы один. Ну, и, ребят, на этом все. Огромное вам вообще от души за то, что вы подписаны. Ставьте лайки, комментируйте и присылайте свои бои. Вот так вот. Огромное вам от души утакущее. Огромное вам спасибо. Ну, и на этом закончился наш еженедельный обзор. И, ребят, до следующей встречи. В следующее воскресенье. Всем спасибо. Пока.